Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Т-1000, и сегодня мы продолжаем играть в Bong IO. Значит, в прошлой серии мы остановились на том, что я показывал, как создавать карту. Сегодня мы продолжим и откроем больше возможностей. В прошлый раз мы разобрали вот этот вот тип, что, то есть, как бы, беспреградное движение, то есть, у него создается гравитация, а теперь вот ротейтинг, я думаю, всем понятно, что он просто крутится. Спринни, это пружина. Сейчас объясню. То есть, этот вот шарик падает на эту пружину, и пружина его отталкивает, как бы. Дальше. Платформа разбирали, ну и все. Больше ничего нету. Ну, с помощью пружинки там рестлинг можно создавать. Ну, это как бы такая карта. Ну, мы играли там. И сейчас делаем у штуки вот такой вот 5 бизнес. Короче говоря, бизнес. Сделаем 5 бизнеса. И вот смотрите, тень причем появилась. Когда много там кубиков, то появляется тень. Ну а во-вторых, тут вообще жесть полная происходит. Быстрые кубики толкают небыстрые. А небыстрые толкают быстрые. Все идет, короче говоря, как попало, какая-то жесть происходит. Мой шарик толкают. Все там толкается, рушится. А платформу все кидается, все жестко, все прям жестко. То есть, казалось бы, я карту полужопу завел, так сказать. Но нет. Можно сделать вот такой вот карту зоны, значит. И сделаю у нее, например, радиус 3. Значит, то есть поменьше. И как портайм 5 секунд сделаю. Значит, и передвину ее, например, вот в нижний правый угол. Так. 200, 250, тут даже 300. Даже делаю радиус 2. И вообще тут можно еще много чего сделать. Вот, например, платформа. Сейчас сделаем еще одну платформу. И эта платформа как бы будет тоже как бы такая вот, но она будет двигаться очень быстро, со скоростью прям 10. Также создам еще платформу. И у нее будет скорость тоже 10. Теперь что? Что будет, посмотрим. Так, и вот такая вот жесть происходит. И, в общем говоря, в этой жести сейчас платформы просто должны успокоиться, точнее кубики вот эти вот как бы, и все будет нормально, если они успокоятся. Вообще в этой карте хорошо играть в много игроков, как бы. По-моему, тут 5 секунд это нереально выстоять. Там. Сделаю 1 секунду все-таки. Даже это немного, как бы, 1 секунда. Вот 1 секунда вообще будет. Так. И сделаю еще там побольше там всякой сложности и сделаю черную платформу. Черная платформа, она убивает. Платформу черного света убивают. Она будет не очень сильно такая быстрая. Будет единичка у нее скорость, она убивает. Итак, старт. И никто не осмелится прикоснуться, а к ней
прикоснуться легко. Очень легко. Тут два способа победить. Либо выжить, либо... Ну, как бы на этой платформе стоять, это не вариант, потому что тебя с нее снесет. Но тут вообще скилл как раз, он, когда есть эта черная штука, он очень важен. Очень важен тут скилл именно. Итак, я опять умер. Я хочу... Значит, я сейчас капсулзон ему. И, ну, короче говоря, эту зону займу, она, если на ней достаточно долго быть, то тогда ты победишь. Я сейчас хочу пройти, чисто вот пройти свою карту. И вот видите, я был на этой платформе, которая двигается, и все равно меня убило. Надо добавить таких платформ побольше. Такие, ко мне вот этот вот чувак присоединился. Но сейчас я как бы добавлю такую платформу. И немного подвину ее вниз. Точнее, даже достаточно, ну, так вот, вот так вот подвину. И как бы она будет тоже вот такой вот. И сейчас нужно сохранить карту, имя Madness, то есть безумие. Итак, сам идиот, блин. Вот. Я все снимаю. Я все снимаю. Окей. Запускаю карту. И здесь творится полное безумие. Как вы уже догадались под названием. Извините. Так, это жопа. Я знаю, что это жопа. Так, ну это, надеюсь, не жопа. Так, сейчас я чуть не умер. Что, думал под платформой? Не получилось. Ау, ау. Это альтернативная вселенная означает? Или же он типа... Он проиграл, типа ау. Скорее всего, что второе. Он не знает прикол этой карты. А в этой карте реально есть прикол. Охренеть. Ну да, у этой карты есть свой прикол. Охренеть. Что охренеть? Ладно, давайте попрыгаем. Да это невозможно. Это возможно прыгать. О, он пишет о. Ну да, он критик великий. Упс. И все равно победил. Не успел немного. Вот. Не успел нажать на клавишу. Ну он как бы новичок, да. Он новичок. Ему нужно немного опыта поднабраться. 24-й левел. И что? Ну все.
ну в щеки.